Всех приветствую. Продолжаем знакомиться с творчеством художников. Сидни Миттей Арт. Английский учитель рисования, художник и дизайнер витражей. Член бирмингемской группы. Работал в стиле поздних прерафаэлит, на которые оказал сильное влияние Эдвард Берт Джонс и движение искусств и ремесел. Родился в 1868 году в Стоубридже. Учился у Эдварда Тейлора в Бирмингемской школе искусств, где ему предстояло преподавать в течение 45 лет с 1886 года. Выставлялся в Парижском салоне и Королевской академии с 1900 по 1918 годы. Был избран членом Королевского Бирмингемского общества художников в 1902 году и стал полноправным членом в 1908. Позже он был почетным секретарем. Я цитирую те данные, которые мне удалось найти, небольшие, из Википедии. Друг Уильяма Морриса Эдвард Берн Джонса, Миттей Арт работал в самых различных средствах массовой информации в своей студии на Ливери-стрит. В 1890 он был одним из учеников школы искусств, который написал серию фресок для ратуши Бирмингема. Позже он создал работы из витражного стекла, эмали и темперы, а также проиллюстрировал ряд книг, включая замечательное издание книги Генри Уотсворда «Лонгфеллоу. Золотая легенда». Проиллюстрировал список почетных гостей в зале памяти Бирмингем. Был дважды женат. В конце жизни у него ухудшилось зрение. Он ослеп последний год своей жизни. Умер 4 апреля 1947 года, похоронен 11 апреля на кладбище Бирмингеме. Ну вот, небольшие данные о художнике Сидни Миттей Арт, английском учителе рисования, художнике и дизайнере витражей. Пока-пока, до свидания.